Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, и все-таки та картинка, на которой показаны были челюсти зубов сверху, она относилась, да, не к цератозавру, а она относилась все-таки к литроноксу, ребятки. Литроникс — это вот существо, это пернатый наш рекс, ну, это спорный вопрос насчет перьев, да, это один из древнейших прародителей тиранозавра рекс, там, где-то наравне с гуань-лунем, где-то, короче, с тех времен, если мне память не изменяет, да. А, в общем-то, для нас, что это значит, это существо у нас будет, по-моему, в пятницу. Короче, следующий турнир будет именно на него. Так, что, как вы поняли, аккаунт это, естественно, не мой. У меня его быть не может пока что. Но сейчас я вам все покажу, что есть. Смотрите, вот такой вот он. Это у нас, ну, понятно, эксклюзивный, да. Легендарный эксклюзивный. И показатели у него такие паршивенькие. Для начала 317, 207. Давайте там на 10-м 475, 308. На 20-м 814,58. Ребятки, на 20-м, да? Так, давайте сделаем сейчас еще 20-го. 40-го покажу чуть позже. Давайте мы сделаем сейчас еще одного 20-го. Сейчас прочитаем. Прочитаем немножко про него. Пойдем посражаемся 20-ми. Смотри, а ну-ка давайте, как они там отличаются. Ну, тут такой серенький, немножко более рыжий, как будто бы у него какая-то там моль завелась. Вы, кстати, знаете, что, ну, у настоящего ленивца у него в шерсти водоросли, короче, реально, ну, растение, которое относится к водорослям. То есть, там просто капец. Вот у нас что-то такое с литроноксом происходит. Так, давайте читать. Литроникс жил примерно 79-80 миллионов лет назад на доисторическом острове континента Лараминдия. Да? Вторая часть. Название Литроникс означает «кровавый король» или «король крови». Прикольно. Так, Литроникс является тиранозавридом и связан родством с тиранозавром, рекстом и тарбозавром. То, о чем я вам и говорил. Так, и эволюция 4. Ну, Литроникс может вырастать до 8 метров и более, ребятки. Так, ну а теперь, теперь давайте мы сейчас давайте посмотрим на него вблизи. Максимальное увеличение. Вот так вот он выглядит. Это, кстати, вы же знаете, да? Какого вы динозавра выбираете вот здесь, вот такой вот и будет отображаться. Смотрите, вот это был сейчас первый у нас. Сейчас я выберу 20-й, и здесь уже будет более красным. Ну, такая вот фишка, может, кто-то про нее не знал. Так, у нас Литроникс 800 на 500. Давайте будем идти куда-нибудь сражаться. Посмотрим, что у нас здесь есть. Какие-то турниры есть. Кстати... Можно сюда заглянуть. 50%, кстати, давайте попробуем. Заглянуть сюда. Все существа. А, он же легендарный, он сюда не проходит. Нет, нет, нет. Тогда идем по классике. Идем в PvP. Так, ребятки, ссылочка, в общем-то, на группу, благодаря которой у меня есть возможность снять этого динозаврика, показать вам будет в описании, так что там заходите, ознакомливайтесь, вступайте в группу, там все самые актуальные новости по этой игре. Ну и там, может, с какими-то динозавриками сможете разжиться. Так что там задавайте вопросы администраторам. ПВП, идем на ПВП, погнали. ПВП, все существа, хищники, но нам нужны слабые хищники. Так, литроноксы. Вот они, два литроникса, в принципе. Хочется взять, да, сравнить его с тирексом, но вы сами понимаете, нас могут за это жестко наказать, за троих хищников. 500, ну, смотрите, на 20 уровне он примерно как рекс на 30. Ну, вот они рядом находятся. Ну, и, ну, зухамим, понятно, будет помощнее. Так, и две амфибии, в общем-то, значит, сейчас будет боль, стыд и унижение. Но ничего страшного, мы это переживем и обязательно реабилитируемся в следующем бою. Так, он подменился. Ну, ладно, смысл, короче, ставить защиту особого нет.
А вот теперь у нас уже все неплохо. Но все равно двоих мы вряд ли пробьем. Слишком много баллов я потрачу на первого. Ну, может, если противник будет так тупить, мы все-таки сможем его преодолеть. Так, давай. Ну, думаю, сейчас он уже нас проатакует, а если не проатакует, то мы победим. 6, ну давай, на все 6 тоже, в принципе, неплохо. Потому что Рекс у нас помощнее. Рекс сейчас этого быстренько разберет микропозавра. А там, может, и распетляет. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Ну, все-таки отдаем предпочтение Литроноксу. Три удара и хана этому микропозавру. Ну давай, что он сейчас будет делать? У него 4, ничего он не сделал. Давайте делаем раз, два, три. Он покойники, раз, два, три. А он поставил всего лишь 2. Вот так вот, ребята, накажем противника, у которого было двукратное преимущество. У него было 2 амфибии. А у меня даже травоядного нет, чтобы иметь преимущество против этого скафагната. Победа. 6 чистых от Литроникса. Там-та-дам. Так, вот такой вот молодец. Сейчас, в общем-то, сделаем тогда 30-го. Пойдем им постражаемся. Посмотрим, где по силе он рядом с какими динозаврами находится. Терезинка была рядом. Так, закрываем. Закрываем. Так, где ты? Вот на уголке тут у нас приютился. Давайте начнем эволюцию. Сделали бы, чтобы еще здесь его можно было крутить. Это была бы такая арена, похожая на то, как есть Jurassic World Alive. Ух ты, смотрите, вот крокодильчик. Интересно, что за карпозух такой без шипов тут валяется. Пахик, он какой-то крохотный, брахик там. Не, брахика у нас здесь нет, но неважно. Зауроподик какой-то крохотный. Так. Вот такой вот. 30-й, ну пока что, да, он как бы особо не изменился. Давайте вот одним им пойдем. 1200 на 800, это будет как у нас какой-то 40-й легендарный, типа Зухамима. Сейчас мы это все дело увидим. Так, вот где-то недалеко он будет. Вот, смотри, Литронакс. Он получился у нас... По укусу помощнее будет, чем тиранозавр Рекс, да? Ну, допустим, пусть пойдет первый Тирекс. Ну, давайте еще раз ходим тремя хищниками. Вот, кстати, вот, да, они по силе. Только баланс в разную сторону. То есть Тирекс у нас сбалансированный. Да, цератозавру перевес сильный в бронебойность. Поэтому нужно сделать вот так. И Литронакс у нас с перевесом в укус. Да, 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 1200. Ну вот так, ближе к Ютиранусу, да, ну даже, ну помощнее, конечно. Еще вот соточка от здоровья перешла в урон. Примерно так. Ну давайте, погнали. Надеюсь, не попадется нам сейчас две амфибии, мы как бы не будем так напрягаться. Вроде как все хорошо, преимущество на нашей стороне. Ну, почему бы и нет? Для разнообразия. Ну, он сейчас должен подмениться. Но Церат парнишка крепкий.
Хотя немного худовато. Голова большая, а вот что-то как-то шея, туловище худовато будет. Так, ну он у нас чисто для танкования, для того, чтобы накопить баллы. 5-5 ударов, тропиогоптер. Ну, похоже, тропиогоптер хочет... Давайте 5 сделаем. Погибли сейчас. Даже перестарался. У него там приатродон, ну и что? Он как бы еще рассчитывает на приатродона. У него дальше идет вообще анкилодок. Там хана ему. Ну а приатродон не сказал бы, что у него ошибка сильная. 8 баллов насобирал, ну и что? И атака на 6. Ну, Рекс его сейчас разберет. Ну, даже может не Рекс. Давайте Электроникса выпустим. Давайте Электроникса выпустим. Может его сейчас и пробьют. Посмотрим, как он погибает. Раз, два. И раз, два. Даже в защиту поставлю два. Ну, он все баллы перенес. Это правильное решение. И ему должно хватить, чтобы пробить. Все-таки Электроникс мало жизни имеет. Так что он, если при желании, сейчас на все 6 пробьет нас без проблем. Даже на 5 ему хватит. Наверное, хватило, да? Да, хватило как раз. Один балл у него остался, но он его точно никак не спасет. Вращаем нашу рулеточку. И очечки доверия. Закрываем. И время выпустить зверя. Смотрим. Максимального уровня. Ну, вот смотрите, да. Это как раз то существо, которое не особо изменилось на максимальном уровне. Так, еще смотрим. Давайте с первым будем сравнивать. Хвост стал волосатым, на хвосте появилась кисточка. Ну и в целом просто стало больше перья. Вот даже у 30-го голова не такая волосатая. Кстати, это как тираннозавр из Зориан. Ну так вот получается. Литронакс. Что-то подобное. Вот такая вот у нас тварь. Давайте его подраконим. У него жизни стало больше, чем у Рекса, а укус намного больше. Кричи, я тебе сказал. Вот такой вот молодец у нас. Ну что, погнали. Погнали, ребятки. Будем воевать. Хищнички. О, стоять, он же у нас обладатель-то неплохого укуса. А ну-ка, подождите, а где он у нас? 1200. Его здесь нет. Здесь, так, вот он. Вот где он находится. Так. Да, кем пойдем, кем пойдем? Можно взять Ютираноса, разбавить его птерозавром каким-то, давайте все-таки. Так, ну это сильно жестко будет. Зухариптером вот каким-то, типа таким, давайте разбавим. Чтоб для красоты. Зухариптер такой самый выдающийся птерозавр по внешнему виду. Ребята, какой вам вот Зухариптер? Какой вам Зухариптер? Да, птерозавр может быть любым при условии, что это Зухариптер. Как сказал бы Генри Форд. Так, ну и все, в принципе, неплохо. Но два удара мы не удержим. Так, и аллозавр тоже бьет больно. Противник экономный. Нашего Ютирануса пробил. Мы сделаем то же самое. Он должен будет подмениться, по идее. А может и не будет.
Но желательно ему все-таки подмениться, если он хочет победить. Он не подменился. Но это, в общем-то, я думаю, решило судьбу этого поединка. Так, нужно приготовиться. Делать скриншотики. Смотрите, мы за два удара его легко пробиваем. Блин, ну два поставлю даже в защиту. Вот так вот, пушистым хвостиком мы его взяли и наказали. И гиганоцефал, да, зря я даже поставил два, хватило бы... Нет, два. Нет, правильно все сделал. Все сделал правильно, не хватило бы нам. Сейчас у нас будет эпическая победа, ребята. Изи катка, ребятка, три боя. И три победы. Очень даже хорошо у нас все получилось. Вот такое вот существо нас ожидает уже вот как бы в конце недели. Будет турнирчик, я, естественно, постараюсь его постримить с вами. Так. Так. Ну, давайте соберем еще одного последнего. Красивенький вот такой. Да? Ну что, ребятки, тогда на этом, в общем-то, серику закончим. Более тесно познакомимся с ним, наверное, сниму познавалочку какую-то небольшую, когда он будет уже у меня в аккаунте. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Не забудь поставить лайк за оперативность.